Самое сложное в разборке каких-нибудь частей, это потом собрать это обратно. Мы наконец-таки возвращаемся на воду. Нет, он на нейтрале. Чуть-чуть назад тянет. Перестала работать помпа. Вот обнаружилась еще проблемка. Упадет так, упадет! Друзья, всем добрый день. Сегодня будний день, я в клубе, все заняты делами, кто-то моет свой катер, а мы продолжаем ремонт. Я не снимаю Витю, потому что его это раздражает. Витя настраивает шаг винта и передачи. В идеале, очень надеемся, к вечеру спуститься на воду. Сегодня мы настраиваем ВРШ и сцепление. И вот обнаружилась еще проблемка. Перестала работать помпа. Перед выходом она работала. Мы откачивали воду. А сейчас перестала. Как все понимают, с нашим везением идти с неработающей помпой очень стрёмно. Да, там вот на заднем плане Белла позирует. Усталость резины, по-видимому, пошла. Видишь? Да, 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 я вижу. Вот. Покажи, я не успеваю снять. Подожди. Не верти. Да сейчас я выверну. Вот, да, 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 на самом сгибе. Я так понимаю, не в одном месте, да? Три, да. Ага. Так. Возможно, не качает. А возможно, еще потому что он не качает, то что. Что я камешек вытащил, который не давал закрываться обратно до самой клапан. А, то есть там еще что-то попало? Да. А мы отсюда вообще когда-нибудь уплывем? Самое сложное в разборке каких-нибудь частей, это потом собрать это обратно. Чтобы при этом все работало. Пошла, да. Ну выкачивай ее. Ну что, убрали камешек. Я сейчас попробую покачать. Тяга идет. Мы все еще стоим на берегу. Сейчас настраиваем шаг винта, чтобы можно было идти дальше. А вот тот самый лодковоз, который мы видели в Йоханнесе в апреле. Возит лодки и оттуда, и отсюда. Сейчас приехал за катером. Нас узнал. Настраиваем шаг винта. Вперед до упора! Я сверху. Господи, как он. Сейчас. Ведь у меня до упора, да. А ведь и снизу. Назад до куда? До нейтрали? До упора. До упора назад? Да. Господи. Тяжко так, а можно и смазать как-то, нет? Все, в пол уперлась, ведь назад бы она еще шла, мне кажется. Нелегкая эта задача. У нас ручка очень тяжело передвигается. Дальше двигать? Не, все. Все, можно идти? Подожди, ну давай чуть-чуть на чуть-чуть вперед. Чуть-чуть буквально. Я подсрав... Так, чуть-чуть, да? Да, чуть-чуть. Вот. Еще? Не, еще. Так. Со стройкой закончил. Сейчас пойду соберу топливный фильтр, который я открутил для удобства работы. И буду смотреть, как работает.
А еще залью трансмиссионное масло вот это самое в коробку. И смажь эту штуку, ручку, пожалуйста. Это не ручка, именно в коробке делаю. Именно туда я залью масло. А, это из-за коробки, да? Да. Итак, сейчас приедет кран, чтобы спустить нас на воду. Я бегу выносить мусор, чтобы не пускаться на воду с мусором. Я рада, прям нереально, что мы наконец-таки возвращаемся на воду. Как ребенок радуюсь. Смотрите, плывет баржа с чем-то таким очень интересным на борту. Не знаю, что это, но похоже на крыло каких-то здоровых самолетов, что ли. Это может быть стойки какие-то, типа там, не знаю. Очень интересно, что это. Видите, впереди там пылит за черной машиной. Это как раз таки наш кран приехал. Ох, неужели мы будем ночевать на воде? Олежка смешно танцует на причале возле лодок. Смотрите. Снимает гик, потому что гик мешает опускать лодку с мачтой. Кладем гик вдоль борта. Конечно, они все успели убрать как надо. Ну ладно, не критично. Впереди маячит вода. Заводят стропы под лодку. Ой, мы очень надеемся, потому что уже нет сил ремонтировать. Да только что пошли на площадку.
пойдет. Ага. Конструкция начинает рушиться на глазах. О, пошла, родимая. Выше надо поднять. Я поняла. Надеюсь, вода не хлынет со стороны винта. Лестница. Тихо, не на ноги.
далеко ведь. Сейчас пойдем уже. Ну прям сейчас идем. Что, заводимся? Да. Мне к тебе иди. А вода не льется. Есть тяга или нет. Бегут дети. Ну что, есть тяга? Белла, Олега держи, пожалуйста. Олежка, иди к Белле лежать. Иди за Беллу держись, Олег. Витя, мне на берегу оставаться или залазить? Упадет так, упадет веревка. Да, я поймаю. Не, я ее соберу. А. Еще один кость попробовать. Тут вот эта хрень тяжелая. Олежа, подожди, мы придем сейчас туда, швартанемся. Нос! Не, да не все. Так, он что, до конца задом или он крутануться будет? Вить, жену забыл! Жену! Детей забыли! Человеки за бортом! Главное посмотреть, может там что, воды не было. Нету. Мост развели. Яхточка аккуратненько идет. Ведь, конечно, сейчас в одиночку будет не очень удобно. Здесь очень узкий проход. Хотя, когда нас буксировали, прошли хорошо. Мост закрывается.
Тяга есть, ребят, тяга есть. И это главное. И я побежала швартовать. Все, мы перешвартовались. Нормально все идет, тяга? Да, и разогналась, когда я тягу дал. Все хорошо. Отлично. Все равно ощущение, что она на нейтрале чуть-чуть назад тянет. Ну, это она всегда такое ощущение было, правильно же? Ну, да, нет, всегда именно так и было, но я сейчас переставил, что нейтраль, прям четко нейтраль. А все равно ощущение. Ну, слушай, ну, может, просто он же крутится на нейтрале. Ну, да. Тут по-любому будет тянуть, мне кажется, это, ну... Ну, уже, по идее, в плоскости. Так все равно, ведь в плоскости, но если есть вращение, все равно, значит, будет движение и какая-то тяга. Поэтому, на мой взгляд, это нормально. Ну, я, конечно, не физик, я не претендую на какой-то. Ой, можно ужин готовить. Праздничный. Без праздничной тушенки. Вот, а вот и дети идут. Пока шли 10 раз, тапок потеряли. Да? Ты и так не теряешь. Все, возвращаю. Дошли своим ходом. Дошли, вообще, не толкал ничего. Ура! Помаши мне. А я тебе скажу, где мяу. Помощник растет. Ну пошли готовить ужин. Будешь мне помогать? Окей. Друзья, вы не представляете, как классно опять иметь на борту забортную воду. Извините за тавтологию, но по-другому не скажу. В честь окончания ремонта двигателя готовлю праздничное по-флотски. С говядиной. Вот эта говядина хорошая, а вот до этого на обед я суп делала из другой говядины. Очень плохая тушенка. Очень не рекомендую. Потом расскажу подробнее, какая лучше, какая хуже.